«Синий трактор» представляет! Ой-ой-ой-ой-ой, что же делать-то мне? Что же делать? Ой-о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 й
трактор. Мой дедушка сегодня отмечает день рождения. Он живет в соседнем городе. Я совсем не следила за временем и теперь ужасно опаздываю. Могу вообще не успеть туда. Ох, вот это ситуация. Но ты не переживай, Пеппа. Запрыгивай ко мне на капот. Я тебя сейчас отвезу в одно место. Ой, трактор, куда это мы приехали? На аэродром, Пеппа. Сейчас мы выберем для тебя подходящий самолет, и он мигом домчит тебя до дня рождения дедушки. А как же мы будем выбирать самолет? Ведь мы же в них не разбираемся. А мы сейчас у них у самих спросим. Ребята, привет! Привет, ребята! Я спортивный самолетик, предназначен для того, чтобы делать всякие трюки. Вот, смотрите. Но я, к сожалению, не могу перевозить пассажиров. Извините. Привет, ребята! Я спасательный вертолет. Летаю во всякие горячие точки и спасаю людей, тушу пожары и все такое. Тоже не могу подвести тебя, свинка Пеппа. Здравствуйте, ребята! Я Ракета, и я вожу космонавтов в космос. Могу долететь даже до другой планеты, но, к сожалению, не могу отвезти Пеппу в другой город. Эх, никто меня не сможет отвезти. Не переживай, Пеппа, мы еще не все самолеты посмотрели. Да, девочка, не переживай. Мы обязательно найдем для тебя самолет. Но это буду не я, потому что я грузовой самолет. И я предназначен для того, чтобы перевозить разные грузы. А вот следующий самолет – это как раз тот, что тебе нужно. Привет, я пассажирский самолет. Могу отвезти тебя туда, куда тебе нужно. Ура! Пеппа, задевай любое место. Пристегивай ремни и полетели скорее на день рождения. Спасибо тебе, синий трактор! Теперь я точно успею на день рождения к дедушке! Не за что, Пеппа! Повеселись там как следует! Пока, ребята! Малыш, давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!